В Юргу открылся концертный сезон. В актовом зале главного корпуса прошло выступление симфонического оркестра Челябинской филармонии с программой «Музыка Голливуда». Приветственную речь произнес ректор Юргу Александр Шестаков. Ну, это началось давно. Это уже, наверное, около 20 лет. Вот такое взаимодействие существует. Почему? Потому что инженерам, физикам, математикам и экономистам, и юристам, значит, и лингвистам тоже нужна классическая музыка, нужна культура, и мы стараемся это студентам дать. Если они вместе с профессией получат еще и такой заряд понимания культуры нашей, российской и мировой, это сделает человека более качественно. Среди произведений – саундтреки из «Звездных войн», «Гарри Поттера» и Джеймса Бонда. Помимо инструментальной музыки были и вокальные композиции в исполнении челябинской джазовой певицы Кристины Рыжковской. Руководил оркестром дирижер Адик Абдурахманов. Ну, мы здесь уже гости частые. Это самое нам нравится, с одной стороны, да, а потом мы любим эту сцену. Вот, мы любим показывать разные программы, и здесь выступают все выдающиеся оркестры России. Вот мы сейчас, это самый полноценный симфонический оркестр, Южноуральский симфонический оркестр Челябинской филармонии. Я знаю, что эта сцена такая намоленная. Да, почему? Потому что здесь мало того, что выдающиеся музыканты выступали, и все челябинские, те, которые уехали или которые здесь живут, и которые сейчас за рубежом, они все с благодарностью и с радостью вспоминают этот зал, где они выступали. В зале присутствовали преподаватели, сотрудники и студенты университета. По завершении выступления все они одарили музыкантов громкими аплодисментами. Мне очень понравился концерт. Самое приятное в нем было то, что звучали треки, которые, ну, всем нам известны из современных фильмов, и было прям очень приятно, настроение сильно поднялось, и я просто в восторге. Наш университет давно и активно сотрудничает с Челябинской филармонией и симфоническим оркестром Адика Абдурахманова. Напомним, что студенческая филармония в Юргу существует уже более 40 лет.